Лиза, второе место в финале Кубка России. Что для тебя это, да? Потому что все видели эти выступления, и в произвольной программе ты сделала максимум того, что могла, и все-таки боролась, несмотря ни на что. И это показывает, что у тебя сильный характер. Второе место здесь для меня, да, я даже не знаю, для меня было важно показать, что я восстановилась после болезни, что я сейчас готова к соревнованиям, я могу делать аксель, я проводила хорошо тренировки и рада, что вот эти вот плоды, ту натренированность, которую мы уже преодолели после болезни, я ее показала сегодня в произвольной программе, и поэтому довольна собой. Жалко, не получился каскад Усулуп 3-3, хотя он на тренировках получался практически безошибочно, но все это, видите, зависит от соревновательного опыта очень сильно. Насколько выбила вот из колеи вот эта болезнь? Понятно, что сильно выбила и как бы форма. Выбила из колеи, и я вступала как бы на соревнования в Словении с такими затерянными немножко ощущениями, и поэтому, если я хочу поехать на чемпионат мира, то нужно все равно найти вот этот соревновательный опыт, чтобы я готова была. Вот, и поэтому, конечно, большой перерыв был, но я дала себе установку, что если я сейчас справлюсь в такой непростой ситуации, то в дальнейшем я могу себе сказать, что у тебя бывали ситуации похуже, значит, ты можешь. И сейчас это прокат, это второе место, оно для меня очень важно, потому что это было, ну, непростое время. Лиз, ну, я желаю тебе успехов, я думаю, что это не последний твой старт, в любом случае сезон еще не заканчивается, и чтобы у тебя все получилось, и без всяких болезней, травм и так далее. Спасибо большое.